Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Роснефть построит нефтехимический комплекс в Индии. Индийская компания Nayar Energy, 49% акций которой принадлежит российской госкомпании Роснефть, построит крупный нефтехимический комплекс на территории Индии. Об этом вчера сообщил глава Роснефти Игорь Сечин на встрече с премьер-министром Индии Наридра Моди, а также главами нефтегазовых компаний BP и Сауди Арамко. Инвестиции российской компании «Роснефть» в строительство завода по производству в Индии полипропилена оцениваются в 750 миллионов долларов. «Роснефть» приобрела акции индийской нефтяной компании в 2017 году. Это самый крупный инвестиционный проект «Роснефти» за рубежом. «Nayar Energy» владеет вторым по производственной мощности нефтеперерабатывающим заводом на территории Индии, выпускающим ежегодно по 20 миллионов тонн нефти. Помимо НПЗ, Nayar Energy принадлежит порт с нефтеналивным терминалом в Индии, позволяющий принимать крупнотоннажные суда, и разветвленная сеть АЗС, состоящая из 4500 заправок. Игорь Сечин заявил о принятии Роснефтью решения о строительстве 1800 новых автозаправочных станций в Индии. Что касается строительства нефтехимического комплекса, то Роснефть планирует построить с нуля завод, которую будет ежегодно производить до 450 тысяч тонн полипропилена. Заинтересованность Роснефти в создании нового нефтехимического производства в Индии объясняется возможностью беспрепятственного выхода на один из самых перспективных и быстро растущих рынков поставки продукции в мире. Спрос на полипропилен будет устойчиво расти в ближайшие годы. Компания Nayar Energy предположительно не будет иметь проблем с реализацией произведенной продукции. За счет использования относительно дешевой российской нефти себестоимость производства полипропилена на новом индийском предприятии будет ниже конкурентов. Роснефть подписала контракт со своей дочерней индийской компанией на поставку из новороссийского порта ежегодно до 2 миллионов тонн нефти. По прогнозам экономистов, доля потребления нефти Индии в мировом масштабе будет только расти за счет быстрых темпов экономического роста этой страны. Если сегодня доля Индии в потреблении нефти не превышает 5%, то к 2050 году она увеличится до 12%, и Роснефть планирует стать ключевым поставщиком в поставках в Индию нефти и продуктов ее глубокой переработки.